ребята, второй год подряд выигрываем Кубок Европы. Благодарен девчонкам за их отношения. Турнир сам по себе очень тяжелый. 6 топовых команд Европы. Поздравляю всех болельщиков. Девчонки большие молодцы. Им огромное спасибо. Штабу огромное спасибо за то, что проделали большой объем работы. Все старались. Большие молодцы. Говорю, ну да, второй год Кубок Европы – это классное достижение. Мне запомнилось, что мы все выиграли, а что там. После финала уже сил не было так, чтобы там отмечать, радоваться. Мне главное было выиграть, а там уже отмечать уже так спасли.